Здравствуйте, дорогие друзья, это мой блог. Сегодня хочу рассказать вам о Баку 2017. Это не официально, а официально называются 4-е исламские игры солидарности, также известно под именем Баку 2017 или Исламиада 2017. Эта улица известна более как торговая, но настоящее имя улицы – это улица Низами. Самая главная улица для туристов, которые посещают Баку. Мы проезжали, видели объекты спортивные, подготовку к этим играм видели. Вот, впечатляет все, это знаем, да. Что вы знаете о бакинских играх 2017, исламских играх? То, что они будут проходить, начнутся 12 числа и закончатся 22-го, больше ничего не знаем. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш репортаж. Это, значит, маскоты бакинских игр 2017. Как вы видите, Инджа и Джасур. Инджа – это символ нежности, символ красоты. А это Джасур. Он, значит, символ храбрости, символ свободолюбия, отважности. Как вы видите, в центре улицы поставлены вот такие вот рамки для того, чтобы туристы и другие гости нашей страны могли бы здесь фотографироваться на память от бакинских игр Исламиады. А что вы знаете о бакинских играх 2017? Мы знаем, что у нас очень хорошие спортсмены, которые не дадут нас в обиду. А что нам остается делать? Мы будем болеть. Вы пойдете на бакинские игры 2017? Я не хочу отвечать. Не пойдете? На открытие пойдем. А вас интересует вообще спорт? Да. Какой именно, какой вид? Волейбол, плавание. Гимнастика. А что вы знаете вообще о талисманах игры или символах? Я Если ничего. Честно, я тоже ничего не знаю. В самолете прочитала, что они будут проводиться в середине мая, и все, в принципе. Вот, дорогие друзья, это небольшая палатка в центре торговой, то есть улица Низами. И здесь, в этом участке, вы можете приобрести себе некоторые вещички, ручки, флешки, не знаю, там майки, блокноты, разные записные книжки. На память от бакинских игр Исламиады. Как вы поняли, здесь есть и женские майки, и мужские майки. Вы будете участвовать в бакинских играх 2017? Как болельщик обязательно, конечно. Всем нужно участвовать. Это же спорт. Я и сам спортсмен, тренер, айкидо. This is our first day. We come and we take around from here. And they told us that there's some place. I don't know the name. I forget it. Кто Инджа и Джасур? Нет. Что думаешь? Милая. Хорошая. Все хорошо. Нас все устраивает, нам все нравится. Will you visit Baku 2017? Islamic Games? Maybe. Maybe we will see. We don't know. But for now, I'm visiting and it's real nice. А вы будете участвовать в день открытия и закрытия? Да. И какую работу вы будете выполнять? Переводчик. Переводчик? Да. С каких языков? Русский, английский, кыргызский, английский, русский. Вы будете участвовать в открытии или закрытии? Нет, я уже уезжаю на этот момент. А сколько дней вы оставались в Баку? Неделю. И как вам Баку?
Что вы знаете об Бакинских играх 2017? Исламских играх? Честно, ничего вообще. Собственно говоря, вот в центр первый раз выехали. И очень классно. Пацаны, удачи вам на Бакинских играх!